Доброго времени суток! Вы на канале Italcar, и сегодня в видео я вам покажу, как я почистил клапан EGR и заслонку на Audi A4 B7 2006 года, 1.9 дизель. Ну и попутно еще поменял воздушный фильтр. Машина на данный момент с пробегом 159 тысяч километров. Пробег подтвержденный как диагностическим оборудованием, так и состоянием самой машины. Купил я ее недавно и думаю, что первый хозяин скорее всего туда не смотрел. А потому будет интересно увидеть состояние системы впуска. В Европе карантинные ограничения уже ослабили, погодка хорошая, потому приступаю к работе. Откручиваем два самореза, для того чтобы снять воздуховод. Снимаем фишку с датчика расходомера воздуха и отсоединяем воздушный патрубок. Дальше демонтируем верхнюю часть воздушного фильтра. Потянул ее вверх. А вот и сам фильтрирующий элемент. Как по мне, довольно грязный, учитывая, что дороги у нас совсем не пыльные. Снимаем фишку с датчика EGR. Дальше нужно открутить вот эти три болта под пятигранник. Приступаем. Колебательными движениями вытягиваю егорку. Еще не успел вынуть его полностью, как из коллектора начали выпадать целые куски сажи. Смотрите, какая красота. Пропускная способность из-за этого нагара была уменьшена процентов на 30. Хочу сказать, что даже при таком нагаре никаких ошибок по EGR у меня не было. Внутри коллектора сажи тоже прилично. На камеру этого не видно, но там просто черная дыра. Снимаем фишку заслонки. Демонтируем трубку, которая ведет от системы охлаждения выхлопных газов. Отодвигаем стопорное кольцо, чтобы снять патрубок. Убираем патрубок. Демонтируем заслонку. Для этого нужно открутить три болта под звездочку. Места там не очень много, поэтому придется немного постараться. А вот я показываю состояние самой заслонки. Это на пробеге почти 160 тысяч километров и на европейском топливе. Для очистки я буду использовать WD-40, Fulcron и Lava Motori. Это все, что я смог найти в магазинах. Профессиональное средство для мойки мотора здесь просто так не найти. Нужно заказывать через интернет. Ждать я долго не хотел, поэтому приобрел, что нашел. Приступаю к самой грязной работе. В процессе работы я понял, что WD-40 в данных обстоятельствах бесполезно. Наиболее эффективное средство — это Lava Motori. Показываю вам результат, которого мне удалось достичь. Ну а дальше все в обратном порядке. На видео я не показал, как чистил отверстие впускного коллектора. Я просто не заметил, как села батарейка на самой камере. Впускной коллектор я не снимал. Решил отложить эту затею на будущее, когда закажу себе профессиональное моющее средство и новые прокладки на коллектор.
Какой итог? Мотор у меня работал и до этого хорошо, но я тут езжу по горах и, как по мне, машинка стала немного лучше тянуть. Но что я точно заметил, так это то, что прогрев мотора начал происходить быстрее. Про удаление EGR я даже и не думаю. Дело в том, что у нас здесь при ревизии авто производят контроль выбросов вредных газов, поэтому придется периодически чистить всю эту систему самому. Спасибо за просмотр. Если видео вам было полезно, подписываемся, ставим лайк и до встречи в новых видео.